Так, патчноуты. Значит, описание обновлений 4 сезона Call of Duty Warzone. Так, ивенты, Groundfall. Ага, то есть вот эти вот маленькие станции, их надо найти и защитить, да? Так что значит защитить, от кого защищать-то? А, чтобы определить локацию упавших спутников в Верданске. Залутайте их и найдите эксклюзивные награды, лут и так далее. То есть как вот я уже один залутал, там был комплект, допустим, из него бесплатный. Вот, и три ивента, чтобы получить эмблемы, карточки и скин, там скин на револьвер. Так, дальше. Так, карта. Добавлены красные двери. Красные двери, кстати, я еще ни одну не видел. Но я что-то про них и забыл, и даже не искал, надо будет найти. Downtown Tower is now under new management. Так, в общем, башня в даунтауне под новым контролем. Либо под разработкой. Новый ГУЛАГ. Дальше. Раз, два, три, четыре спутника все-таки. Я думал три, оказывается четыре. Один на фармленде, второй рядом в маленькой деревне около Salt Mines, где-то рядом с Квидичем, где-то с Рэем, где-то рядом. Около аэропорта, да, чуть выше аэропорта один. И... да, и один в даунтауне рядом с фаерстанцией. А, геймплей. Новый вейкл, мотоцикл. Да, кстати, вот скорость. Он быстрее, чем все вообще, все возможные машины, то есть даже АТВ, даже квадроциклы. Его заносят на высоких скоростях. Ну, в общем, у него такое, да, специфическое у него управление. Теперь можно найти на земле C-58 и МГ-82, то есть новую винтовку и пулеметы. Теперь можно найти лук. Серьезно? Селфревайвы понерфили. То есть их теперь будет меньше выпадать. Так, новое оружие. МГ-82, новый пулемет. На старте. C-58 на старте. Гвоздомет на старте. И бейсбольная бита на старте. Хорошо. Новая ППшка, еще одна, ОТС-9, она будет в сезоне потом. И мейс, это какая-то булава, типа что-то типа булавы, и она тоже будет в сезоне. Окей. Вот нифига себе. Ты посмотри на это. Вот это, блин, не знаю что там, но изменения, походу, довольно крупные. Галил. Так, верхний урон в грудь теперь... Не 1.2, ну этот бонус не 1.2, а 1.1. То есть его чуть-чуть понерфили. Ну окей, типа Галил сильный. Гроза. Минимальный урон повышен с 18 до 23. Ого. Множитель урона в грудь теперь 1.2 вместо 1.1. В живот теперь с 1 до... Короче, подняли... Множитель урона в грудь и в живот. Но уменьшили дистанцию на 12%. То есть она теперь стреляет не так далеко, ну то есть на 12%, но урон с 18 до 23 это довольно сильное изменение. У Скара... Что, Скар? Серьезно? Кто-то вообще вспомнил о Скаре? Урон множитель урона в шею теперь вместо 1 1.5. В грудь с 1 до 1.2. Ну, мне кажется, с ним все равно никто играть не будет, поэтому ладно. XM4, урон в шею теперь 1.5 вместо 1. Блин, не знаю, XM4, по-моему, и так была вполне неплохим автоматом. Куда его еще бафить? Так, пистолет. Пистолет, который добавили в прошлом сезоне, AMP-63, который вообще, по-моему, не особо кому понравился, потому что он какой-то странный. Я его открыл, но даже качать не стал. Максимальный урон увеличен с 30 до 33. Хорошо. Урон в грудь 1.1 вместо 1, конечности 1 вместо 0.9, урон в голову уменьшили на тоже 1/10. Ну, я не знаю, это спасет, там у него, по-моему, были другие проблемы. Фиг его знает. Акимбо он все равно будет играться плохо, мне кажется. Баллистический нож. А зачем, что с ним сделали вообще? Projectile Velocity. Короче, скорость снаряда увеличена на 25%. Хорошо, урон в голову, урон в шею 1.3 вместо 1. Урон в грудь 1.23 вместо 1. И Move Speed увеличили на 1.3%. Ну, хорошо. Он у меня, правда, не открыт еще, надо будет открыть, попробовать. Дробовики. Так, дворник, наконец-то. Максимальная ренжа уменьшена на 24%. Отлично. Я не очень понимаю, как это работает, но, видимо, с каждым выстрелом у вас будет снижаться ренжа. Ему в спид убрали на 1%. Короче, ему просто убрали
рейнджу вообще. То есть он теперь стреляет только в упор почти. Но это хорошо, потому что дворник вообще просто сумасшедший. М82. Так, скорость пули увеличена на 7%, на 7,7. Ну, хорошо. Урон в грудь увеличили с 1,1 до 1,25. И в живот до 1,15. Ну, хорошо, все равно у нее АДС большой, поэтому. Так, свиск А31. Базовая оптика переделана. Написано Improved. Не знаю, что там такого Improved, но я поиграл, она просто теперь другая. Brace Retycle Update. Что такое Retycle? Это, наверное, сетка. Имеется в виду. Да, базовая сетка обновлена. А, базовая оптика улучшена, в смысле, что он зум, да, больше. Короче, да, там обновлена у К-31 теперь сетка. В принципе, почти то же самое, я не заметил разницы, также хочу отлетят, прекрасная винтовка. АУК, который не колдваровский, а еще старенький АУК, МВшный. В грудь увеличен урон, множитель до 1,1. Максимальная ренжа увеличена на 10%. Ну, я не знаю, с ним все равно никто не играет, какой смысл. Bullfrog, Iron Sights ADS Position Adjusted. Какая-то регулировка прицелов. Эти изменения должны улучшить АДС без оптики. Не знаю, что это значит, но допустим, что это хорошо. КСП. КСП, кстати, по-моему, теперь на земле валяется. Максимальная ренжа увеличена на 16%. Вот это, кстати, неплохое изменение. И множитель по конечностям увеличен на 0,1. Ну, я, кстати, подобрал, по-моему, какую-то сейчас недавно фиолетовую КСПшку. В принципе, стреляет приятно. Но все равно вряд ли она будет прям имбой. Милана. Ой, как много всего у Милана. Максимальная ренжа. А, нет, максимальный урон увеличен на с 34 до 36. Неплохо. Да, максимальный урон. Минимальный урон увеличен с 25 до 30. А ренжа увеличена на 23%. Короче, Милана, походу, теперь очень хороший. Все увеличили. Вообще, типа, и в грудь, и в живот, и в конечности, везде увеличен урон. Бизон. Бизон. А зачем бизон, если есть бульфрог? Максимальный урон увеличен на 1 всего, и в конечности до... на 0,1. Ну, ладно. ДМР-ка. Отдача, магнитуда отдачи... Короче, отдача уменьшена. Отдачу ДМР-ки уменьшили. Атачменты. Стволы. Комбо-трикон для снайперских винтовок. Скорость пули везде увеличена. На К-31 на 7%? Вау! Это очень сильно. Это очень сильно. Так, ствол рейнджер для штурмовых винтовок. Теперь увеличивает скорость пули на 50%. Вертикальная отдача на 15% снижена. Ствол тейкдаун. Эффективная дальняя дистанция на 35%. Контрол горизонтальной отдачи на 15%. И тоже 20% хипа. Ствол Reinforced Heavy. Да, это который усиленный ствол. Скорость пули на 25% больше. Эффективная дальняя дистанция на 17,5% больше. Горизонтальная отдача на 7,5%. Вертикальная отдача на 7,5%. Но он теперь убирает скорость передвижения в прицеливании на 10%. Скорость бега на 2,5%. На 3% уменьшает АДС. Увеличивает от бедра отдачу 25%. Блин, это довольно сильные изменения. Это очень важные и сильные изменения. Это вообще меняет мету довольно сильно с этим обновлением. Так, и ствол Task Force Спецназ РПК. Это который последний. Короче, все то же самое, только немножко другие цифры. Блин, это очень сильно меняет мету вообще. О, вау! Они понерфили скин на Rose. Rose Rook skin has received material updates to increase... Его теперь будет лучше видно. Они понерфили скин на Rose. Они сделали его более заметным. Вау, сколько прошло времени? Офигеть. Они понерфили скин на Роуз. Блин, уважение, на самом деле уважение, спасибо. Так, ну и в принципе все. Короче, самое главное это атачменты. Атачменты стволов, это очень важно. Вот, и я так понимаю, что теперь с Миланом можно будет довольно приятно поиграть, потому что ее сильно бафнули. Занерфили наконец-то дворник, хотя бы хоть как-то.
апнули пистолеты, новые АМП-63, но я не думаю, что это как-то сильно их изменит, но можно будет попробовать. И, в принципе, теперь можно будет попробовать грозу. Может быть, гроза будет в мете, потому что ее апнули и немножко понерфили максимальную дистанцию на 12%. Но мне кажется, гроза, как бы, ну, там, стволом, с новыми стволами грозу можно очень сильно хорошо собрать. Гроза, мне кажется, теперь будет в мете. С грозой я обязательно поиграю. Вот, ну и, конечно, новые оружия. Тоже очень хочется с ними поиграть, потому что пулемет я уже подобрал обычной зеленой земли, и он уже кажется мега-имбой, поэтому очень хочется поиграть. Так, БПшка. Еще раз смотрим БПшку. Че тебе? Смотри, короче, скин на шакала, скин на портного обычный такой, часики. Потом че? Прикольный скин на калаш. Вполне себе красивый. Такой серебряный, серебристый, сверкающий. Для вертолета скин, но у нас такого нету в Warzone. Скин на Бейкера. Не особо такой, не особо обычный. Вообще все обычные скины, которые добавили, они простые довольно-таки. Новый пулемет. Потом очень хороший мне понравился скин на 911-й. Вполне себе. Я бы с таким поиграл. Можно Акимбо собрать теперь с ним. То есть все вот в такой тематике. Это, по-моему, СКС, как сказал Роджер. Вот. А может быть, это, кстати, тайп. Это может быть еще тайп. Потом скин на XM4. Либо это М-ка. По-моему, это XM4. Довольно красивая. Я бы с такой с удовольствием бы поиграл. Скин на танк. Но у нас нет танка. На QBZ, но с QBZ никто не играет. Гарсия потерял волосы. Новая C58. Потом новые часики еще. Скин на АУК. Такой себе. Скин на дробовик. В принципе, красивый. Градиент металлический такой. Можно просто часть какую-то отсюда отхватить. С крокодильчиком. Выглядит красиво. Это вообще хрен знает кто. На Bullfrog скин такой себе, такой, по-моему, просто уже был. Еще один скин на 911-й, тоже прикольный. Скин на Адлера из трейлера. Скин на Пеллингтон, который мне очень понравился. То есть он такой изумрудный, зеленый, переливающийся. Windrider, тут какие-то рубины. То есть вот этот скин мне очень нравится. Скин на КСП. Они бафнули КСП, почему бы не добавить еще скинов на КСП. Потом на Крик 6 такой боевая пчела называется. Боевая пчела. Скин на Варгаса, ничего особенного, часы. Скин на Милана. Милана бафнули, значит будем играть с Милана вот с этим скином. Парк отрастила волосы. Забрала у Гарсии волосы. Что за КСП? Ну, КСП, что за КСП, что я тебе скажу? КСП, которая очередями стреляет. Скин на фар, в принципе, красивый, мне понравился. Не помню, что были красные скины, мне нравится красивый скин. Скин на МАК-10, тоже в таком же стиле, неплохой. Еще какой-то чел. Скин на АКСУ, тоже неплохой. Скин на М82. В принципе, тоже красивый, но кто будет с ней играть? Скин на дробовик. Да, Украина. Скин на дробовик. Типа, окей. Девочка. Реактивный чертеж на новый пулемет. Казино. Красивый. И добавили, они теперь будут добавлять реактивные скины. Вот на этого, на шакала реактивный скин. Жалко, что он в боевом пропуске, как я уже сказал в начале стрима, потому что скин выглядит очень круто, но он будет у всех. Но они впоследствии, я так понимаю, собираются добавлять еще другие реактивные скины. И, естественно, надо будет какой-нибудь купить, потому что это выглядит круто. Вот, ну и мотоцикл. Скин на мотоцикл. И еще скин на C58 новую. Но
довольно какой-то банальный. Ебать, отвал. По мне уже кто-то стреляет. По тебе? Владос, только Мас понравился. Вы нет, это же бабки упадет. Дают. Просто. Со стороны упадет. Обнаружен спутник. Отправляйтесь. О, зато рядом. А что дропнуло? Эйми, наверное. Соединение установлено. Ага. Самолет разведки работает. Пройдем на деревню, блядь. А, подождите, мы покупаем комплект. Да, идем на деревню. Хотя я только что классный такой, блядь, тундру подобрал себе просто. Я тоже. Они очень много нормального лута накидали на пол. Молодцы. Они будут идти на вот этот магаз, они уже сюда идут. Тут продавец, если вам давить последнее. Купите точку, накиньте туда точку сразу. Есть у кого-то деньги? Да, сейчас возьму. Герика есть. А какой магаз? А вон, видишь, снизу я метку дал синюю, куда они пошли. Фиолетово. Да. Ну, блядь, у меня синяя. Ну. Какая ну, же это машина убийства нахуй. Просто. Внимание, ой, АДС такой приятный. Нок-нок? Один нок. Два. Три. Кто-то дохавало. Добил. Вайп? Не. Нет. Еще минус один. Один справа. У Владоса. Наверху смотрит. Дал вверх? Стан наверх. Он вот тут. Пекнул Владос. Добил. Найс. Ноу-ноу-ноу-ноу. No, 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 no. Что-то там чит. Парни, у нас еще тут есть двое, трое. Я извиняюсь, это патроны, был половечное. Нет, ну да, ну долго действует довольно. Классно. Так, а где еще трупы? Вот тут есть. Ну так, наверное, ж надо... Надо, я, давайте я бэпку куплю. А, все уже закончилось здесь. Там челик едет. Почему? Вот. Вас понял. Мы подпушиваем? В open? Ну да. Давай, я люблю ну, такое. Давай. Там четыре. Четверо, как раз как я люблю. О, сели на моток. Ничего, все не сели. Максимум 2.5. Нокнул, нокнул одного на моцике. Красава. Я справа сверху кручу. Блять. Ого. Мина просто. Сука, рот ебал. Просто тупорылое создание кинуло мину. Я у тебя? Ой, нахер был. Ебану, чё делал? Пропал. А вон убегает. Кряк. Бум. Далеко не получилось убежать. Ну и кто умер? Естественно, я, блин. Комбицилы, блин. Да знаешь почему? Под станом заходить надо. Да при чем тут стан? Я бы его развалил бы, я его почти нокнул. Подорвался. Да, не комплект взяли, что ли? Дрон чей? Дайте мне, пожалуйста, брони. Мне сзади вроде никого. Спасибо. Держи. Да ладно, что там вообще побери, 4 штуки лежит. Надо. Ладно, чё, куда идем? Блядь, где моя снайпа? Где взяли комплект? Ну, фармленд, наверное. Чё, что? Комплект где взяли, видел? Я не видел. Вообще никого не видно, блядь. Либо же хладнокровные. Я их видно, просто можно ламбер почистить и на фармленд потом пойти с бэпкой. А есть, 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 стадик. Фулл склад, вот. Иду. Под трибунами. Контакт, иду. Нок. Вот еще один. Дал по синей, второй нок. А что, давайте тогда идти туда. Я как-то немножко правее, не хочу тоже через опа начать. Тут со мной на правую лестницу, Федь, давай ты со мной, да? Давай.
Я наверх поднимусь. Снимали скал. Тут. Но увалил. Еще бежит сзади. Где-то подо мной. Блять, вот еще. Еще есть. Нокнул. Так, убейте, пожалуйста, его, убейте. Брось это. Тебе побежал. Не, вправо ушел. Я подниму, сейчас Федю. Союзник начал кластерную бомбардировку. Бежит. Я кластер дал. Боже, шо у тебя за херня в руках? Меня? Феди, бля. Это гвоздомет. Я понял, как. Ну, вообще, на самом деле, довольно быстро я нокнул чела. А теперь так же быстренько сталкера... я там магазинчик, если то так же быстро купи, пожалуйста, меня. По поводу сталкера был стрим какой-то, спасибо. Должна быть запись, но я там не сказал ничего хорошего, потому что мне немножко не понравилась озвучка и анимации. Вот, но я уже свое мнение немножко изменил. И, в принципе, мне все нравится, и как бы все равно жду. Вот. А это все были или нет? Ну да, вроде. Вайп. Надо армор кому-то. Кто-то шапанул. Да, мне. Пока я позади. А где, блядь, где я умер? Назад, назад, крути по этому кольцу где? Назад. Ага. Стой. А откуда шили? Кто там? Что там? Я не знаю, я видел пулю просто. Понравилось? Не очень. Яркая, желтая. Ну он не то что сырой, подкиньте, пожалуйста, патрончик просто... кто-то своровал. Нет, на самом деле он не сырой, он специально там сделанный для, да я для того, чтобы показать. Пробежался, ни хера нет вообще. Не, ну это, он же специально так сделан. Ты не до хера, думаю, мне злоперками. До апреля они все доделают, а если не брать. Доделают, то просто перенесут. Поэтому будет все нормально. Правда, с дуги стреляются. Они будут переносить, пока не доделают. Пошли они в очко. Microsoft их не будут торопить, я уверен. Ну, мне так кажется. Ты что, на дугу воюешь или куда? А просто так воюю. Давайте купим бэку еще. А? Тебе пополнение взял. О-о-о-о-о. К-31 вкачанной. Оу май гарбл. Она у тебя фулку вкачана? Ой, ебать, тут. Туда нам надо. Да, поехали. Федя, блядь. Поехали или пошли? А, что? Я говорю, у тебя на фулку вкачано. К-31. К-31, да. О-о-о. Дал по белому. Или нет, там, по-моему, не хватает пары уровней. Но блин, в скине... Пиздец, по сборке короче, оно нормальное, правильно? Да, в скине там все в комплекте. Идеально. Вот тут возле двери нокнул. Хорош. Еще в доме был, по-моему. А вообще нет, по дороге слева. С той стороны где-то. Нокнул. На желтый? На зеленый. На зеленый? Кто-то в дом со мной зайдет? Да. А, передо мной, лол! Ну пиздец. Но, блядь, не вижу. Блять, сори, не успел, пиздец. Он селфался. Ты добился? Да, я даю. Нет, я не... А, все. У меня. Бил? Лучи гвоздями въебало, блядь. Вот ты какой злой. Еще надо есть? Сразу купить. Не-не-не, надо сразу купить. Я дал бабки. Ты что есть? А, я тоже дам. Чел. Где? Зашел. На желтый? Блять, на красный здесь у нас. Это зеленый. Еще один. Нок. Господи, а че он так ебёт-то? Еще. Ча? Покупаем воду, не? Так уже купили. Не надо. А, понял. Ладно, они, походу, решили сделать надо все оружиями геймбоуми. Новое, походу, да. Дебилы. И покупите скинчики, мы планируем его через недельку. Ну, кстати, да. Блин. Вот можно на спутник пойти. За ним пройти должны.
где он упал? А вот здесь перед банком, где едет к нему этот джип, блять, грузовик. Белавс, КамАЗ, что еще есть у нас? Да-да-да, едет. А, да. Они уже его за него, наверное, уже забрали. А, уже забрали. Снайпер шьет где-то. Крыша на Катоме. Понял. Вот тут. А как еще, блядь? Ног. Еще 106? Есть выше. Нету. Плохо. Сейчас к нему спрыгивает. Слева, наверное, будет. Был. Слева еще. Эффективно. Дай гранату. Ушел. А, сидит. Да еб вашу мать. Пиздец, сука. Крысюк. Сразу отъехал, да? Иду. Да. На котоме, на метке у меня. Не вижу. Отставить последнее. Купили у нас. На магазе. Иду. Как он, блядь. Метка. Блядь, не успеваю с твоими метками. Так, на киберспорт или нет, я не понял. Да ну, надо. Надо. Чус-чус. Кто вас нокнул? Откуда? А вот там где-то. А, вот, с эпохи. Кряк еще эпоха. Еще кряк эпоха. Прикройте, Владу, заползи. Я троих крякнул. Ай, блядь, больно в ноге. Тебе дать брони? Нет. Дай мне просто в лоб пули, пряж, пожалуйста. Парни, надо этот. Нок один. Одну плошку мне скинь, блядь. Да. Снизу где-то. Близко, что ли? Не-не-не, там же. Корона катается. А там где-то. Иду. Прикройте, я попытаюсь как-то взять точку, чтобы им накинуть потом. Так, блин, я... С белой мушкой было легче. Можно примерно меточку? Вот тут, примерно вот тут. Забором. Да, они там два на крыше было, один внизу слева нас за синим. КамАЗ, спина, с турелью, блядь. Бля... Ой, заходим, уходим. Ука, блядь. Что за, блядь, война, нахуй? Какой нафиг вам Battlefield? Ну. Когда чуваки, два, ну а чуваки могли стереть нас, если честно. Они просто тупенькие. Блин, ни у кого станов нет. Вообще нету. Согласен с тобой. Не, вы можете ящик купить. Владос, сзади на высотке. О, мина! А, да? Я первый поймал из этих. Снайпер. Откуда? Понял. Нокнул его. Дал туда, там еще один. Там их трое. А он что-то больно бьет нахуй. Левый ног, дальний. Одного я нихрена не вижу, это просто отвратительно. Метки дайте, если увидите. Будка да, блин, я из-за грузовика ничего не могу дать. Один там внутри. За КамАЗом стал, по-моему. Не, ну сдох только что, тут за комплектом есть. Сядьте уедь нахер, че ты, блядь? Вот, ну, нет, я тут. Нам все равно туда идти. Наверху? Вниз. Не, внизу двое. А, понял. Один вот тут. Иду. Сзади тачка. Поим. Нам сейчас туда идти надо будет. Нам надо закрыть этих дуриков, которые в будке. Кряк. Будет ехать, нет? Иду. Кто-то со мной запушит? Давай. Так точно. Давай, пошли. С правой стороны где-то. Нок. Комнату проверить. Не.
За мной корону давить едет, падла, блядь. Над нами вражеский ППЛА. Пусти, я победу. Дал по белой. Яр, по тебе занес? Он вылез. Сломал ему броню. Не, по мне не стрелял. Я за рулем. Концентрация газа повышается. Ну что, погнали? А давай, может, это... Подожди, стой, давай его укрепим, блядь, сейчас. Тяжелая броня. Чего? Что, блядь? А шо, кого? Справа чел, за камнем. За камнем, близко. Где-то, я его не вижу, блядь. Где он делся? Ну что, слился, блядь? Ревнул. Канаву, может, вышел. В этом доме есть. Да, зашли. Запрыгните сразу на второй этаж отсюда. Ай, ёб твою мать. Первый этаж. Сел в грузовик. Тот же говно. Но мы его теперь не убьем. Сзади еще. Чел у нас. За домом. Пили на магазе рядом. Вот здесь чел, у забора. Ай-яй-яй, меня близко вот тут били. Видели, где откуда? Ног. Добил. Он есть? Некий. Дал две. В следующем есть доме. По-любому. Это был один снайпер, я помню. Второй нету? Нет. Может, подвал? Не, я в подвале. А, он в соседнем доме. В соседнем это какой? Вот этот? Зеленый вижу. Нокнул его. Хорошо, пошли. Я запушу, дайте стан наверх. Или гранату. Нету, ничего. Нет. Пошли, я с тобой. Твою мать. Ну почему Naked не нокнулся? Меня нокнула мина, блять. Объясните мне, сука, эту тупорылую игру. Причем я был полностью, блядь, фуловый. Есть 42 человека. Пум-пум-пум, вот так вот могу дать. Спасибо. Бронил. Снайпер спереди. Ног. А еще инфа. Вижу. Правый где-то топает. По белой дал, убежал влево. В этом доме много. Что это за зоны? Нокнул. Обрыгай. На магазе выкупили тут. Агент противника. В этом доме еще могут быть. Да, сидит в доме на первом. Приближается газ. Отмечаю новую безопасную зону. Убью. Да, дома, кляк. Ног. Из соседнего, вот из амбара стреляют. Союзная посылка с комплектом уже в пути. Лежит чел. Вот там. Иду. Брони могу скинуть чуть-чуть, у меня 3 плашки есть. Мне надо хотя бы пару. Мы купили. Я еще одну скинул. С амбаром играем? Да. Один в упоре. Убежали на, вот сюда, по диагонали, к нашему, вот сюда, вот тут. Иду. Ранили. Второй этаж. Второй этаж, да. Нам он нокнул, доел сразу. Еще есть. Газ перемещается. Всех убили? Двоих? Двое там еще летают. Да, летчики. Бля, броня есть? Броня? Не, у меня да, появилась. Уже. Да, он... Пойду куплю броню. Броню. Сзади магаз, да. Что мы тупим? Вон он, летчик. Купил точку. Отличаю броню. Я броню дал всем. Блять, по вертикалке сложно стрелять. Я бэпку прожал. Ок. Впереди. Обозначаю пункт маршрута. Слева грузовик стоит. Давайте перебегает справа. Чекнем. Зашел в будку. Дом со мной кто-то чекните. Грузовик берем?
Да, 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 надо забирать. Сзади, сзади. Дом. Убил. Переходим к правому дому, вот тут. Тут у нас двое. В упоре двое. Перебегает один дальше. Следующая палата. Ног. Добил. Еще один будет. Стекло побил сзади. Я. А вот тут есть. Парни, по датчику смотрю. Сбил ему синюю броню. Каленый в говно. Он комплект взял, дом свалил. Слева еще есть. Второй этаж спрыгнул. Выпал. Ног. Слева в опене где-то. В середине. Да, за камнями, за оранжевый. Со сломанным этим броником. Вот тут есть. Убил. Я вроде дом занял, вот тут можно ко мне перейти. Спину будут идти там. Кряк. Ног. Одному да, сломал, двоим сломал грузовик. Влад, ой, Яр, слева еще где-то шьют. Просто закрываем их, не пушим, у них нету зоны. КамАЗ. Там КамАЗ, да. Сзади бежит у нас ног. Сразу умер. Осталось 9 противников, не дайте им уйти. Есть грузовик кряк. У кого-то, не? Нихера сишки, нет, вообще ничего. А сзади еще пришел! Блин! Убил спину. Блять. Вот это зопа. Ну вот еще это за дичь. Пулеметчика вырубил. Кряк в кузове. Два, это вот последний. Это МАЗ, да. Надо разбивать КамАЗ. Не, еще где-то справа. Бля, близко. Кипите. Справа у них кнопнул. Пиздец. В кузове кнопнул, остался водитель. Я понял, точку дали, точку. Назад, 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 назад. Я блядь, меня кнопнуло. Сука, доело. Ебать ты просто. Вовремя. А, слева. Это пиздец. Ну, не, ну с этим КамАЗом шляпа. Это, конечно. Это шляпа, это был топ наш. Бля, похую, Мэн сидит, блядь, за этим. Даже не стреляя по ним. Слева. Полное говно. Давай, давай, давай. Стой в зоне тупо. Да сдохни ты уже. Все. Найс, блядь. Сел нахуй, не мог вылезти.